Приветствую, дорогие друзья! Наступает Новый год, и вот решил в качестве этого события приобрести для дома небольшие часы. Часы непростые, естественно, электронные. Сейчас мы с вами их вскроем. О! Как всегда, Укрпочта играла в футбол, или в хоккей, или в теннис. Но продавец молодец, упаковал все в вот такой вот вибропоглощающий материал, за что ему уже плюс. Давайте посмотрим, что внутри. Комплектация включает в себя инструкцию, выносной датчик, питающиеся от батареек, двух батареек мини-пальчиковых. Шнурок USB. Блок питания. Красный светодиод. Не очень люблю, когда на блоках питания красный светодиод. Поскольку ночью, если будет включено, ну неприятно, полкомнаты будет красным светить. Ну и сами часы, естественно. Честно признаюсь, что мой выбор именно в пользу этих часов был обусловлен их внешним видом. Согласитесь, внешний вид у них гораздо более привлекателен по сравнению с часами, имеющими традиционную квадратную или прямоугольную форму. Органы управления, а именно выключатель питания, а также 4 кнопки расположены на задней стороне корпуса. Также на задней стороне корпуса можно заметить USB разъем, к которому подключается блок питания. Кроме этого, на задней стенке корпуса можно обнаружить отсек для элементов питания. Ну что же, давайте включим. Подключаем блок питания. Стоит отметить, что цифры очень хорошо читаются и при сильном освещении, и при недостаточном освещении, что является несомненным плюсом. На дисплее отображаются текущие погодные условия, день недели, время, температура внутри помещения, влажность внутри помещения и температура и влажность снаружи помещения. Сейчас данные значения не отображаются, поскольку не включен внешний датчик. Технические характеристики устройства следующие. Диапазон измеряемых температур от минус 20 до 50 градусов. Погрешность измерений плюс-минус 1 градус. Диапазон измерения влажности от 20% до 95%. Погрешность плюс-минус 5%. Допустимая дальность расположения внешнего датчика 30 метров. Установим выносной датчик батарейки. И отнесем его на балкон, дабы проверить истинность показаний. Нахожусь на балконе, располагаем датчик и в обязательном порядке второй измерительный прибор. Спирт врать не будет, но не должен, по крайней мере. Пусть немного полежит, так сказать, измерит температуру. Вот такой у меня шикарный вид из окна, вид на больницу. Ох, чувствую, коррупция пахнет. В общем, выделила Влада наши деньги. Они сделали крышу. Прошло 2 года. И ремонт окончился. Хотели садингом обшивать, даже профиля поприбивали. Но, судя по всему, финансирование прекратилось. Но мне почему-то кажется, что здесь без коррупционных схем не обошлось. Да 100%. Мерзавцы. Вон даже щебень, песочек, все есть. Но работы не производятся. 2-й год уже как стоит. Убожество, прости господи. Они, мерзавцы, медреформу хотят. Ремонт доделать, елки-палки. Ладно, то все лирика. В общем, пусть наши измерители здесь лежат. А мы сейчас посмотрим, что показывают часы. На часах, как можно заметить, 12 градусов. И снова я на балконе. Что показывает спирт? Спирт показывает около 13 градусов.
но он, правда, немного врет. Я уже за ним это замечал. Кстати, заодно глянем облачность. У нас ясно на данный момент. Сейчас посмотрим, что на часах. Как можно заметить, на часах тоже ясно. К сожалению, ждать дождя или снега для того, чтобы посмотреть, что будет отображаться на дисплее, не представляется возможным. Сейчас у нас погода существенно изменилась. Снег, скорее всего, на Новый год не выпадет, к сожалению. Важный момент, о котором стоит обязательно упомянуть. От блока питания работает подсветка. То есть, если мы сейчас блок питания отключим, часы будут работать. В качестве источника питания в данном случае служит батарейка. И удобно, и неудобно одновременно. Вот такие замечательные часы были у нас сегодня на обзоре. Каких-либо серьезных недостатков нами выявлено не было. Могу смело рекомендовать к покупке. С наступающим, друзья! До новых встреч! Жму руку! Пока!